Примерно в полночь в камеры наблюдения полицейских попала попытка угона автомашины «Газель». Неизвестный мужчина несколько минут пытался безуспешно вскрыть дверь автомобиля и в конечном итоге, разбив стекло, проник в салон. Почему он отыгрался так жестко? Злоумышленник попытался завести автомашину, но она загорелась. Спустя 10 минут на место происшествия прибыла пожарная бригада, но к тому времени кабина «Газели» выгорела дотла. Телефона 4 февраля в 0 часов 13 минут на пульт 101 поступило сообщение о том, что по улице 1 мая во дворе 4-этажного дома загорелась автомашина «Газель». На тушение пожара по тревоге прибыла бригада сотрудников противопожарной службы. В 0 часов 45 минут огонь был полностью затушен. Как предварительно установлено, очаг возгорания находился в моторном отсеке. Сейчас причины возгорания выясняют дознаватели управления ПЧС города Шымкента. Поздно вечером на пульт 102 поступило сообщение об автомобильной краже на улице Мангельдина. Владелец вышел из игротеки и, сев в автомобиль, обнаружил следы пребывания злоумышленников, о чем тут же сообщил полицейским. Вышли с игротеки, только подошли, с пульта дверь открыли, хотел завести, смотрю, что-то провода торчат. Аналогичный случай произошел на улице 1 мая. Там водитель автомашины Volkswagen Golf, выйдя из дома, обнаружил разбитое окно машины. В этом случае из автомобиля был похищен магнитофон. Вышел только что из дома, обнаружил, что машина вскрыта. Больше я не знаю, что произошло. А что взяли? Ну, по предварительным взглядам, мафон, по-моему, только, и все. Магнитофон, в смысле. Сейчас полицейские разыскивают преступников. Возможно, все три случая связаны между собой.